Югорчан учат, как передать показания приборов учета, оплатить услуги компании «Газпром Энергосбыт Тюмень» без комиссии через личный кабинет клиента. Обучение в Югре проводится во всех центрах обслуживания клиентов. В сургутском офисе консультанты также помогают абонентам освоить дистанционные сервисы. Кроме того, пользователи личного кабинета могут стать победителями очередного розыгрыша. Достаточно передать показания и своевременно оплатить ресурс за лето через онлайн-сервис. 100 счастливчиков получат на лицевой счет по 1000 рублей. Подробности далее. Вы можете там оплачивать, показания передавать. Еще очень удобно, не приходя в офис, можно подавать заявления любые. Благодаря личному кабинету просто и не выходя из дома можно выполнить любые нужные операции в считанные минуты, даже через смартфон. На базе центров обслуживания клиентов проводится обучение нашими специалистами потребителей. С помощью современных технологий в считанные минуты можно подать заявление, передать показания приборов учета, подключить автоплатеж, оплатить услугу без комиссии. Все финансовые операции через сервис «Личный кабинет клиента» безопасны. Персональные данные клиента под защитой. Преимущества дистанционного формата оценили уже 400 тысяч абонентов «Газпром Энергосбыт Тюмень». За последние полгода регистрацию в личном кабинете прошли более 16 тысяч человек. Елена Коткова, Рашид Латыпов, Вести Югория, Сургут.